Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Северный колорит», новогодний выпуск. С вами мы, Анастасия Витязева и Наталья Короля. Наташа, скоро Новый год. Смотри, как красиво украсили город. И настроение замечательное. Да, Настя, но мне кажется, все-таки чего-то не хватает. Чудо новогоднего. А что для тебя чудо? Чудо – это когда встречаешься с хорошими друзьями. Наташ, сегодня мы точно никого не встретим. Все сидят дома, да, готовятся, Настя, к Новому году. Так что встретить наших друзей поможет только настоящее чудо. Настя, я знаю, что нам нужно. Нужен нам волшебник. Это... Здравствуйте, девушки! Какие вы нарядные! Расскажите немного о себе. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Я в немецкой национальной лягушке. Очень теплая и уютная. А я Настя, и на мне комби-сарафан. А вас как зовут? Я Якоджит Пель, зырянский Дед Мороз. Я умею исполнять желания. Ну, есть у вас какие-нибудь желания? Настя, помнишь, мы хотели встретиться с нашими друзьями. Давай попросим Деда Мороза. Исполнишь наше желание? Будет исполнено! Настя, да это же сам Валентин Вальгамов, ямальская звезда! Валентин, здравствуй! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте! Расскажи, как твои дела? Как прошел твой год? Работали в том же темпе, можно сказать, несмотря на пандемию. С весны были выездные мероприятия по нашему округу в связи с нашим юбилеем. Проехали по городам Муравленко, Губкинский, Таркасале, Тазовский, Красносельков, кроме Надыма. Как раз вот именно в тот день, когда должен был концерт быть в Надыме, заключительный нашего турне, губернатор объявил карантин, и начался почти годовой такой у нас, можно сказать, карантин в связи с этой пандемией. Ну а так удалось еще побывать в поселке Саранпауль на праздновании Дня оленевода. Далеко, правда, ездил, конечно, около 1000 километров почти туда проехал. Зато съездил, посмотрел, как там живут манси, как там живут зыряне. Себя показал, да? Да, и выступил с концертной программой и, значит, увидел очень прекрасную природу. Урманы. Урманы очень красивая, это таежная местность. Недалеко от поселка Игрим, получается. Те края Соська, Сартынья, Таранбаун. А так в целом, несмотря даже на пандемию, мы работали на удаленном режиме, бывало. Где-то записывали песни онлайн, где-то в конкурсах участвовали через интернет. И даже есть небольшие достижения. Тоже удобно, в принципе, так работать, я скажу, конечно. Но непривычно, конечно. Но так, в целом, год прошел благополучно, я считаю. Ну, несмотря, конечно, на пандемию. А так, для нас, мы считаем, что для нас этот 2020 год прошел успешно. Валентин, а какие планы у тебя в будущем? Ты уже думал? Обновляем репертуар, готовимся на предстоящие дни оленевода. Очень надеемся, что обстановка нормализуется в стране и в мире. Начнутся снова праздники, концерты, зрители начнут приходить, потому что, наверное, мы соскучились без концертов. Вот. Сейчас концерт прошел у нас ко дню округа, разрешили это мероприятие, такое очень значимое. И концерт прошел достаточно на высоком уровне. Угу. Валентин, а споешь для наших телезрителей? Спою, к примеру, песни, которую написал композитор Олег Иванов. Музыка Потёминой. «Тундра» — это моя тундра. Слушаем. Немал, мой друг, я мал велик. Я мал велик, мой друг, и многолик. И как ты не крути, вся жизнь моя в пути. Но не хочу, мой друг, судьбы другой, ой.
Эй, эй! Ой, ой! Эй, эй! Тундра, это моя тундра, чум на севере земли. Там, где дремлет предков мудрость, и ее мы сберегли. Тундра, это моя тундра, от зари и до зари. Слышу песню я каюра, и поет он о любви. Я мал, не мал, мой друг, я мал, велик. Я мал, велик, мой друг, и многолик. И как ты не крути, вся жизнь моя в пути. Но не хочу, мой друг, судьбы другой. И как ты не крути, вся жизнь моя в пути. Но не хочу, мой друг, судьбы другой. Ой! Эй, эй! Ой, ой! Эй, эй! Тундра, это моя тундра, ночь зимой, а летом день. Путь со мной отыщет трудный друг мой, северный олень. Тундра, это моя тундра, ты со мной, а я с тобой. Льется свет небесный утром, а над родною стороной. Я мал, не мал, мой друг, я мал, велик. Я мал, велик, мой друг, и многолик. И как ты не крути, вся жизнь моя в пути. Но не хочу, мой друг, судьбы другой. И как ты не крути, вся жизнь моя в пути. Но не хочу, мой друг, судьбы другой. Но не хочу, мой друг, судьбы другой. Валентин, ждем от тебя пожеланий для наших телезрителей. Ой, паху, ну под счастье я, но мас я, мру пота, няврому там так, а то, да, ой, на тысячника, поясненно, панок, тогда, удачи. Мы хотим пожелать счастья, здоровья, благополучия каждой семье, каждой ямальской, каждому ямальскому дому. Мира, добра, тепла, чтобы нормализовалась обстановка в стране и мире, чтобы все были здоровы, всем отрицательного теста на коронавирус. В первую очередь, свою семью поздравляю, близких, родных, родителей своих, чтобы все было, слава Богу. Замечательные слова, Валентин! С наступающим Новым годом! Дедушка Мороз, я же тоже волшебница. Смотрите, через эту маленькую коробочку я сейчас могу увидеть моих друзей из Панайска. Верите мне? Да не может быть. Ну-ка покажи. Смотрите, смотрите. Кондорова. Здравствуйте, дорогие ямальцы. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам крепкого северного здоровья, бодрости духа, счастья, здоровья, семейного благополучия и хорошего ямальского настроения. С Новым годом, Ямал, мой Ямал, сколько сил и надежды ты мне дал, даже в холод ты душу мне согревал. С Новым годом, Ямал. С Новым годом! Наташа, помнишь, ты делала рубрику «Словарь 89», где мальчик был в Малице? Да. Столько просмотров и лайков набрало. Да. Так давай встретимся с этими героями этой рубрики. Дедушка Мороз, организуешь нам? Будет исполнено! Оля, здравствуй! Как твое настроение новогоднее? Привет, Наташа! Новогоднее просто замечательное у меня настроение. Елочку нарядила, подарки всем купила, себе тоже подарочек купила. Сына что купила? Это секрет.
Секрет? Да, он увидит и услышит. Оля, а где наш главный герой? Твой сынишка? А у вас есть возможность посмотреть видеоролик еще раз? Давайте еще раз посмотрим. Всем привет, я Оля, а это мой сын Марк. Хасаваню. Сын. Хасаваню. Сын. Зима – это прекрасное время для прогулок на свежем воздухе. Несмотря на жизнь в городе, мой сын носит национальную одежду. Мальча – малица. Мальча – малица. Малица изготовлена из оленьих шкур. Тыхоба – оленья шкура. Тынгоба – оленья шкура. Малится малышу тепло и уютно. А самое главное, не нужны отдельно рукавицы. Моба – рукавицы. Моба – рукавицы. Малицу для Марка смастерила его бабушка. Нарка небе – бабушка. Нарка небе – бабушка. Друзья, учите языки коренных народов Ямала. Оля, какой ты замечательный сынишка. А теперь они ждут, наши зрители, от тебя пожеланий. Дорогие телезрители, поздравляю всех с Новым годом. Желаю здоровья, без масочного режима, побольше чудес. Будьте счастливы! Слово передаем президенту Ассоциации Ямал потомкам Эдуарду Йонгад. Дорогие земляки, ямальцы, 2020 год для нас получился непростым. Но трудности сплотили нас. Всегда надо надеяться на лучшее. Приближается новый 2021 год. И от всей души я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам добра, благополучия, успехов и мира в каждом доме. С праздником вас! Зима у северных народов – это время полярных ночей и белого снега. Именно ему коренные жители Ямала посвящают самые добрые слова. И об этом же рассказывает наша юная героиня Елизавета Накова из хант-исцеления Пуравод. Тами сытам пухоль. Читаю. Лиза, ну как тебе Новый год? Ям. Илек нави лонч. Мув эльте сиигель. Нави илек лонч. Муви юлет лалы. Ненка. Котат. Воят. Асанавит нави. Порха иен тельна. Лонч хорас напитас. Снова чистый снег надо мной кружится. Белый новый снег на землю ложится. Стало белым все. Люди, чумы, звери. Даже капюшон мой выбелился белым. Малицы моей, рукавицы тоже, захотели быть на снега похожи. И кисы, в которых я хожу по миру, очевидно, тоже очень ждали зиму. Общильно, тальев, ним моем на йогтас, турме фал палател, мувлял, хельны лая, лончим пильна яха, мимпа апаль тильман, навем лончим пильна, и хорас тайламан. Но зима пришла наше заполярье. Небо озаряет арктические дали. Я играю снегом, радуемся вместе. Мы похожи с ним на этом белом свете. Лончим пеля ванлем. Хоты луфсиль. Навин лончим хорпи. Ищи литлом иты, лончан ильты, сыли, мувна, йохатые. Хорам лончан пильна, янман апальтыты. Смотрю на снег я, что над землей кружится, и хочу в тебя я, снег мой, превратиться.
чтобы точно так же падать и не плакать, чтобы мы с тобой приносили радость. Талан, лунан, сусан, потови порайна, ащем, омим, яем, опием, пильна, или лончен, пора, самна, мосман, тайты. Зимой и летом, осенью, весною, с мамой, с папой, с братом и с моей сестрою, чтобы где-то кто-то в этом мироздании точно так же ждал бы снежное сияние. А теперь реклама. Смотрим. Ого-го! Дедушка Мороз, а ты поможешь нам с Наташей увидеть нашу звезду Екатерину Солиндер? Хо-хо-хо! Будет исполнено! Новая песня, я раньше ее не слышала. Да, это новая песня. Я ее написала буквально недавно. И не одно, а целых 5 композиций. Да ты что, а когда мы сможем услышать их? Ну, я думаю, что ближайшие мероприятия, если будут праздники, то обязательно я их исполню. Здорово, будем ждать. А Екатерина, что в 2021 году нам от вас ждать? Ну, если получится, то в 2021 году я планирую выпустить свой сольный альбом с авторскими песнями на родном ненецком языке, о Ямале, о крае родном. Прекрасно, мы с телезрителями будем ждать. Кать, ну и напоследок пожелания нашим телезрителям с наступающим Новым годом. Дорогие ямальцы, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всего самого наилучшего, здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Настя, у тебя есть любимый артист? Конечно, мне очень нравится творчество Нядмы Неруй. Да и нашего Нядму все любят, он у нас народный любимчик. Дедушка Мороз, а ты слышал новую песню Нядмы? Нет, а давайте вместе с телезрителями послушаем новую песню.
Дедушка Мороз, спасибо вам за такую уникальную возможность, что дали встретиться с нашими хорошими друзьями. Всегда пожалуйста. Рад был вам помочь. Дорогие телезрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, мира и добра. А наша программа подходит к концу. И я желаю вам, чтобы в следующем году чудеса происходили с вами чуточку чаще. Увидимся в 2021 году. С Новым годом!